Всем привет, с вами Пенни Прец. И в этом видео я расскажу, как вот из такой картинки, которую вы сейчас видите, сделать вот такую. Или как растянуть игру Counter-Strike в OBS, чтобы все сделать по шагам, и у вас там потом не возникало вопросов, ну что за хуйня, тут у меня-то не получается. Да, все шаги будут записаны на видео. Поэтому сейчас я отключаю вот эту полноразменную картинку. Остается вот такая вот. В общем, что нужно сделать? Что нужно сделать? Нужно сделать следующее. Мне нужно сперва OBS перетащить на экран, чтобы вы его могли видеть. Чтобы вы могли, соответственно, его видеть. Так, в общем, у меня здесь есть вот это вот отдельное окошко CSGO, которое позволяет мне отображать игру на полный экран. Я сейчас его удаляю. То есть я сейчас его удаляю. Блять, он что так на минус удаляется, да. Я его удаляю, и настройку я буду сейчас делать именно для этого экрана. Я, чтобы вот этот вот фон этот не смущал, я его отключу, чтобы он нахер нам не нужен. То есть игра у меня сейчас запущена. То есть вот она. Вы можете это видеть. В ОБС там я сейчас она будет отражаться с маленькими квадратиками. Соответственно, вообще будет... А, наверное, вот так она будет отражаться. Короче, я не понял. Что сейчас у меня ОБС на ОБС игра на одном экране, поэтому я не вижу, что там отражается, что не отображается. А, захват экрана включен, да, значит маленьким отражается. В общем, что нужно сделать? Первонаперво вам нужно создать отдельное окно для игры. Заходите вот сюда, захват игры, и ну, я это пропишу без заморочек. Это будет CSGO. Это будет CSGO. Следующее, что вы делаете, вот смотрите, если вы сейчас обратите внимание, вот здесь вот в верхнем углу у меня появилась вот такая вот красная точечка, вот курсор-то, наверное, я не знаю, блядь, видно, не видно, то есть верхний там, вот где вот эти у меня там каналы, блядь, там подписана верхняя точка, в общем, заострите на это внимание. Потом, что вы делаете, заходите вот сюда, где режим, выбираете захват отдельного окна, и вот здесь, где окно, вы выбираете игрушку Counter-Strike. Если вы в какую-то другую играете, выбирайте какую-то другую. Больше здесь ничего менять не нужно, то есть захват курсора. Если вы его отключите, просто курсор не будет виден на экране. Поэтому оставляйте и нажимаете ОК. Следующее, что вам нужно сделать, вот, ну, эту херню я, короче, сразу перемещу вниз. Перемещу вниз. Мне так просто будет удобнее. Вот. Зажимаете Ctrl. И растягиваете вот эту красную точку. Ебучая красная точка, ты что, исчезла у меня? Блять. Захват, все, заебись, да, захват, давай. CSGO. Так, давай мы тогда через не растяжку, а попробуем сделать через... растянуть на весь экран. Вот так вот. А, да. Она бывает пропадает, короче, эта точка. Поэтому заходите, вот я вам еще раз показываю, заходите вот сюда, вот, трансформировать. Здесь по размеру экрана можете выбрать там, да, либо можете выбрать растянуть на весь экран. Ну, это если вам вручную не получится. Вот. И после этого заходите, соответственно, в игру. Игра у вас теперь на весь экран. Чтобы в этом убедиться, я сейчас OBS обратно перетащу на второй монитор. И перейду, соответственно, ну, хотя у меня видно, что вон КС-ка на полноэкранном режиме сейчас стоит. То есть, значит, все зашибись. Значит, все зашибись произошло. Если мы это отключим, оставим захват экрана, то КС-ка у нас будет вот так вот. Вот так вот. Поэтому обязательно, ребят, обязательно создавайте отдельное окно для этой игры. Обязательно создаете отдельное окно, делаете вот эти вот манипуляции, и ваша игрушка, соответственно, будет на весь экран отображаться. Вот я еще раз это включаю игру, показываю. То есть все отлично. Вот. Поэтому, если это видео было вам полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, комментируйте. Всем пока и до новых встреч.